Ой, вы знаете, я с Урала, мне все нравится. Вот где, короче, он не купит, мне везде все нравится. Такая красота вокруг. Вообще. Вообще мне абсолютно все равно, где жить, потому что с людьми у меня нету времени общаться. Вот общество меня вообще не волнует. Главное, что тут очень спокойно, защита, нету всяких бомжей, плохих людей. Вот такой стоит куст, даже не подумаешь, что это тоже кактус. У него под листьями такие шипы огромные, твердые. Вот представляете, тут все с шипами в этой Аризоне. Вот такие здесь здания, в которых можно заходить, кушать. Рик мне показывает бабушек, которые играют там в покер, сидят и говорит, вот с ними будешь играть. По 90 лет им. Это офисы в комьюнити. Смотрим дома в этом комьюнити. Такие светлые, большие. Вот такие у них бэк-ярды. И мне также не понравилось, что вокруг соседи. Забор очень низкий. И соседи вокруг. А так, конечно, большой дом. Там две спальни еще. Огромный вот такой закуток. Тут компьютер за нишей стоит. Это кухня. Вот такая, все такое новенькое, современное. Неплохой дом. Там санузел, по-моему, да, санузел большой. Вот это огород в этом доме. И видите, с такой печью, якобы там можно печь что-то. Но это понятно, что мы бы ничего там не пекли. Вот видите, дом напротив, соседи по обоим сторонам. Вообще, мне это все не нравится. Это все этот же дом. Вот такая у них спальни две. Вот так вот не стала заходить сюда. Белое покрытие, знаете, вставать даже неловко, чтобы не испачкать, хотя ноги чистые. И вот там тоже еще спальня одна. Такая небольшая. Конечно, интерьер тут такой неплохой, но это понятное дело, что все уберется, санузел. Вот видите, за ширмочкой место для компьютеры. Вот это домик для гостей мне очень понравился. Еще один полноценный домик. Вообще с кухней, с санузлом, с комнатой. Вот посмотрите, очень классно. Вот так гости приезжают, и их сюда поселяешь. Йога-класс здесь. Всякие музыканты приезжают. Лайбери. Вот такой стенд с рекламками, кто приезжает, какие ансамбли, какие мероприятия будут приходить. Я посмотрела, очень насыщенно, конечно. Ну, удивительно даже, и караоке, и чего тут только нету. Здесь очень много трейлов, по которым нужно ходить. Можно ходить вот туда, в горы, несчетное количество. Ездят все здесь вот на таких гольф-карах. Машинках для гольфа. Это личная по территории. Она огромная, как наши три Петалумы. Вот такой тут огромный бассейн. Вообще на территории 7 бассейнов. Природа, как будто бы мы едем по Лос-Анджелесу. Согласитесь, очень похоже. Приехали еще в одно место. Будем здесь 2 дня. Здесь гольфисты.
Рик пойдет вечером играть в гольф. Может, я тоже схожу, не знаю. Здесь можно и женам присутствовать, и тем, кто не играет. Вот видите, Golf Resort. Вот такой тоже скромненький отельчик, бутик-отель. Журчит водичка. Ой, нет, я не выхожу, не выхожу. Нет, нет, нет. Нет. Ух ты, ничего себе. Как тут много всяких активити. Обалдеть. Покажу вам, будем жить тут 3 дня. Что-то дверей, дверей, мама дорогая. Шкафов здесь. Так, вот такой вот living room. Кухня, холодильник. Слушайте, с этой едой мы намаялись. Вот представляете, это мы с каждого ресторана забираем. И вот это все остается, это все выкинется. Оставлять жалко, а потом есть вот это вообще не хочется. Кошмар. Кошмар. Короче, деньги на ветер. Потом вот сюда заходишь. Тут тоже шкафы какие-то. Тут я вообще не поняла, для грязного белья, что ли. Душевая, большая очень ванная. Это что такое? Полочки. Ну это, видите, здесь жить надо месяцами. Люди, кто приезжает в гольф играть на месяц, на 2-3 недели, здесь останавливаются. Туалет отдельный и спальня. Такая симпатичная. Шкафчик. Сейчас чемоданы принесем. Так, и вот здесь, конечно, и вот здесь бэк-ярд. Но мне не нравится. Мне не нравится, потому что никакого вида. Весь вид закрыт забором. Лучше бы на верхнем этаже, но с балкончиком. Ладно. Нечего придираться. Вот эти апартменты, они очень огромные. Вот здесь, оказывается, еще огромная комната. И она закрыта, потому что которые в ренту сдаются, они только открывают вот это, вот то, что я вам показала. Муж пошел менять, ему все не понравилось. Вернее, вот это вот ему не понравилось. Он хочет одно жилье купить, вот такое кондо. Оно 1700 square feet у них считается. Но вот у нас дом 2300. Вот это 1700, представляете, какие большие. Вот он тут присматривает. Number one. Вот видите, как у американских мужчин на компьютере кто? Жена.